Добрый день, прохожу третью ступінь двох різних років. Хочу пройти з вами третю ступінь 24-го року. Мене цікавить, як швидко після проходження третьої ступені можна переходити на четверту. Можете проходити всю школу, просматривая семінари один за другим. Это не имеет никакого значения, хотите вы или нет. Вся система так устроена, что она все равно окажет на вас воздействие и принесет свой отпечаток. Поэтому проходите смело, друг за другом, вы все равно вернетесь к этим ступеням. Как говорят ученики школы, есть три вещи, которые можно бесконечно делать. Это смотреть на огонь, на то, как работает какое-то количество людей, и просматривать ступени эзотерической школы Кайлас. Почему наша эзотерика или эзотерика моей школы удивительная? Дело в том, что моя эзотерика, она обучает счастью и радости. А саму эзотерическую школу я всегда называл школой, которая может научить человека быть счастливым и радостным. То есть школа счастья и радости. А чему мы обучаем? Можно ли назвать это эзотерикой? Ну, мы обучаем счастью и радости. Это такая вот особенность. Человек, который придумал эту всю систему, то бишь я, пытается настроить человека таким образом, чтобы он жил счастливо и радостно. И здесь такой вопрос, неужели сам по себе человек не может научиться? Да, но дело в том, что почему эзотерическое? Мы расширяем состояние счастья и радости, используя определенные эзотерические механизмы. Таким образом она и стала эзотерическая школа счастья и радости Кайлас.